буквально 10 дней назад. Там прям Брайс тоже здорово смотрелся. Каско перелетает на Каско. Данил обладает всего неплохим трехочковым. И тяжелые броски. Один из лидеров Пармы. Огунг Бэми Джексона издали. Джексон, в частности, очень хорош. Да ладно, после перехвата Шарет попадает издали. Да, российской суперлиги. И был хорош Огунг Бэми. 3 секунды, и надо решать лидеру Минска. Джаред попадает издали. Это будет получать Стубеда. Огунг Бэми Джексон попадает 5-ю трешку из 7. Бэми Джексон, 5 секунд на владение против Ильницкого. Идет под кольцо, скидку делает Бенджамин Павел Дуду. Чем заняли места на трибунах прям рядом с командой. Зечевич издали, попадает Серп. 8 секунд. Ну что, Щербаков бросит по кольцу и попадает издали через Дмитрия Халтурина. Это сильные стороны Григория Тучкова, который здесь пытается использовать, но получает блокшот от уже более опытного Вадима Стубеды. Дуду. Дальше Близнюк попадает издали. Антон Близнюк, дебютные очки.